Привет, всем привет! С вами Евгений. Путешествие по Таиланду. Сегодня находимся в массажном салоне. Покажем вам, как девчонки делают тайский массаж. Ну, наблюдаем. Как меня будет мучить сейчас? Дарующий здоровье и силу, пропитанный восточной мудростью, услада царей. Все это тайский массаж, или Нуат Пхэн Тхай. Ему 1000 лет, и он все так же любим по всему миру. Массаж начинается с разминки стоп. Мастер тянет ступни в разные стороны. Теперь переходит к голеням, мягко их продавливает и возвращается к стопам, делая точечный массаж. Как ты себя ощущаешь? Нормально, вот я не знаю, вентилятор не будет мешать. Ощущения приятные. Она еще вот пальцами на ступнях продавливает какие-то точки. Да, каждая точка занимает, отвечает за определенный орган у нас. Поэтому массаж ног очень полезен для всего организма. В основе философии тай-массажа лежит принцип 10 сен сип и праны – ветра жизни. Сен – это линии жизненной энергии, на которые и идет воздействие. Мастер продвигается выше, к бедрам, и плавно переходит к приему ворота ветра. Сейчас она пережимает тебе на ногах вены. Через некоторое время отпустит, горячая волна пойдет вниз по ногам. Да-да-да, она перекрыла доступ крови. Идет скручивание стоп наружу и растягивание бедра, чтобы вся тяжесть, накопленная за день в ногах, уходила прочь. Больно, да? Нет боли, нет массажа. Или как это говорить? Ну, как сказать? А, нет результата. Нет результата, да. Тут видишь еще в чем дело. Мы не так часто разминаем мышцы вот на теле. И они у нас закрепощаются. И поэтому чувствуем боль. А тайцы, которые регулярно делают массаж, они до старости имеют эластичные мышцы и связки. Вот как сейчас она нам демонстрировала, почти шпагат может делать. Запросто поднимает ногу выше, чем на 90 градусов в сторону. Массаж. При тайском массаже используются это не только пальцы и руки, но также колени, локти и пятки, да. Еще есть варианты, когда они встают вот на спину, проминают позвоночник, прям встают ногами на спину. То есть используют практически все тело. Вот такой вот способ. Ты
какие сильные руки надо иметь, сколько силы, чтобы вот делать качественный массаж. Сейчас тебе ножки-то повытягивают, будешь длинноногий. В традиционном тайском массаже мастер активно использует не только уверенные руки, но и сильные ноги. Это очень приятное, да? Ощущения должны быть очень приятными. Так или не так? Ощущения должны быть приятными, да, сейчас? Ну да. Мне вот нравится вот этот момент. Скорее необычно. Никогда я не думал, что у меня нога может так загибаться. Мастер в позиции на коленях выполняет массаж бедер и икр точечно. К рукам и ногам мастер подключает локти. Скажи ей, что в таком положении у меня вот здесь позвоночник чуть-чуть. Болит? Да, да. Кабоква ланг тепной. Когда сюда. Чай. Она говорит, напряжено. Постарайся расслабить, вот прям вот заставь себя расслабиться, тогда оно отпустит. А вот и очередь самой известной позы тайского массажа, которую так часто можно встретить на гравюрах и картинах. Поза мастера на одном колене. Расслабься, расслабься, расслабься. Постарайся расслабиться. И даже не просто еще больше расслабляйся. Да. Так мастер растягивает ахиллово сухожилие, делает вращающие движения. Колено должно лежать на плоскости. Ну почему-то не получается. Ну да, несколько сеансов надо. Да. И как колено выйдет, можно сделать. Массируемый лежит на животе. Как видите, масло здесь не используется, так как цель не столько ароматическое насыщение, сколько энергетическое.
тех, кого тех тени. Чайхан. Здесь, да? Да, я не пойму, где это вот здесь. Сейчас помнет. Очень зажато. Да. Нужно просто несколько сеансов массажа провести регулярных. Через день хотя бы, или максимум через два несколько сеансов. Считается, что тайский массаж улучшает кровообращение, убирает отечность, снимает напряжение и успокаивает нервную систему. А вот еще один пример самых известных приемов тайского массажа. В фильмах хрупкие и миниатюрные тайки выполняют его, стоя всем своим весом на теле массируемого. Этот прием называется «Кобра». Мастер руками выполняет надавливание по всей поверхности спины, в области над поясницей, используя весь свой вес. Во время выполнения тайского массажа мастер следит за тем, чтобы равномерно распределять вес и не навредить не только клиенту, но и самому себе. Вставай, садись. Выполняется массаж воротниковой зоны руками и локтями. Мастер осторожно выполняет точечный массаж головы, шеи. В качестве приемов используются нажимы, скручивание, вытягивание. Положи нога на ногу. Нога на ногу положи. Сядь как. В завершении сеанса тайского массажа следует серия самых экстремальных, но эффективных приемов. После них можно с полными силами смело отправляться в другие путешествия. Расслабься. До предела расслабься. Она сейчас тебе кругом проведет. Еще расслабься больше. Обратно руки также положи. Обратно руки подними.
Расслабься. Ляг на меня, ляг. Возьми ее за руки также замком. Расслабься опять. Еще расслабься больше. Спасибо, я как будто заново родился. Папунка.